Добавлю, что проект действует с 2015 года, за это время было выдано около 150 грантов на сумму более 5 миллионов гривен. Эффект Моцарта. В Одесской филармонии провели концерт классической музыки для будущих мам. Завораживающая музыка способна повысить IQ малыша уже в утробе. С женщинами в интересном положении пообщалась наш корреспондент Яна Нестеренко. Эффект Моцарта или как классическая музыка влияет на развитие вашего будущего ребенка. На интересный концерт и познавательную лекцию вас ждут в филармонии. Уже 6 лет в Одесской филармонии собирают будущих мам. Для женщин играют не только музыку Моцарта, а и проводят увлекательные лекции. Здесь рассказывают о влиянии классической музыки на малышей и наглядно показывают их реакцию и эмоции. Программу специально подбираем для наших будущих мам. Программа называется «Эффект Моцарта». Это значит, что звучит в основном музыка Моцарта. Но иногда мы еще делаем небольшие подарки для наших женщин. Как бы музыка и современная, и популярная. Моцарт, Вивальди. Всем очень нравится. Мы очень рады, что это такой долгий у нас проект происходит. Прежде всего, это такой информационный эффект, да? То есть люди приходят, они уже знают, что такое эффект Моцарта. С другой стороны, я им показываю фото детей, которые слушают музыку. Фото внутриутробных детей, уже рожденных детей. Это еще эмоциональное воздействие, которое усиливает вот тот эффект гармонизации, которым владеет, вне сомнения, музыка. Влада на таком концерте впервые узнала о нем на курсах будущих мам. Классической музыкой своего малыша балует и дома. Насколько я знаю, это называется перинатальная психология, и ребеночек, хоть он еще не родился, но он уже понимает, слышит, рекомендует читать сказки, рассказывать, говорить с ним, ну, конечно же, и слушать музыку. И мне, конечно, не хочется, чтобы он привыкал к року, поэтому вот классика. С эффектом Моцарта молодые мамочки знакомы, но говорят, живой концерт и атмосфера, которая царит в зале, имеет более сильный положительный заряд. Читала в первую очередь, когда узнала о своем положении, что нужно, ну, полезности всякие разные. В первую очередь, там, здоровье и влияние окружающее мое. К слову, такие концерты для будущих мам проводят раз в месяц. Стоимость билета 50 гривен. Яна Нестеренко, Игорь Казанджи, 7 канал.